Остановись. Подожди. Что случилось? Тебя зовут? Нанс. Красивое имя. Получаешь 1002 в месяц? Не считая премии, а что? Заплачу тебе тоже за 5 дней. Да? В чем подвох? Нанс, горячая у тебя мамочка. Познакомь. Без подвоха. Будь собой и доверься мне. Ты эффектный, знаешь? Кто вы? Чем занимаетесь? Я продюсер. Работаю спорно. 500 за сцену. Работа на 3 часа. Специальная ставка за твое ангельское лицо. Вы шутите, да? Надо уметь вести себя в постели. Я уверена, ты легко с этим справляешься. Подружек до потери памяти трахаешь, так ведь? Не жаловались. Но с девушками у нас туговато, так что мальчики с мальчиками. Нет, это не мое. Я не гомик.